как мы живем с Пашей. До этого всегда все равно мы с Герой были... Позе. У вас комната для кошки? А еще Паша посвятил мне песню. Я вижу, что кровать очень маленькая. Вы по-моему здесь спите? Да. На скидку так. Сколько раз ссорились? Маша Сен, дубль один, хлоп. Ау. Всем привет! Приветики. С вами Рисен и... Павел Флэш. И добро пожаловать на мой канал. И сегодня мы вам покажем, как мы живем с Пашей в нашей квартире в Америке. Добро пожаловать на канал Маш. Вы сейчас зашли в нашу прихожую, здесь у нас разная обувь, и как будто... А где твоя, Паша, обувь? Прошло сейчас уже такое активное какое-то континуумное кроссовок. Вот, это картины, которые друг Паши почему-то принес нам, и они у нас просто стоят. Ну, если что, эту картину тоже я участвовал в создании. А, ты... Да, точно, да. Смените. Ты художник? Так, немножко. Позер. Здесь написано... Песня на фристайле. Ставьте пальцы вверх, если вы хотите расшифровку картины. А там что-то было про меня? Возможно, сам не помню, надо расшифровывать. Так что да. Вынимай. Вот здесь у нас, как бы, ну я думаю, нету смысла говорить, как... Laundry room. Там Наумина. У вас комната для кошки? Нет. Хорошо устроились в Америке, я понял. У меня комната меньше. Это крупным планом, зум. Розовый туалет. А, это реально комната, это уборная для кошек. Да. Ну и для наших вещей. Это вот Павла Флешевича. Награды. У меня просто такой нету, я не знаю. Рэп Олимпиаде. Вот, а это мои награды. Ну, я думаю, многие, кто меня давно знает, видели половину из них. Какая твоя любимая? Ну, это реально очень-очень круто. Это, кстати, мне Эльзарка подарила. Тут мои песни. «Бэй бесит обратно в школу», «Плавится нет, чего невозможно», «Сияй». Обожаю Эльзарку, это просто самый талантливый человек на свете. Как ты думаешь, иметь корону вот такого дома, это говорит о твоем большом эго? Ну, начнем с того, что эту корону мне подарили на день рождения. Она была на торте. Она реально очень классная, качественно, потрогай. На вопрос, будешь отвечать? Маша, у тебя большое эго? Но корона вообще очень удобная. Не, ну блин, ну каждая девушка должна быть принцессой, королевой, я так считаю. Если корона не настоящая, но внутренняя точно, чтобы себя любить и уважать. А что ты скромный? Не знаю, как-то. А представь, что это не камера. Представь, что сейчас я начну свое эго полностью сюда выкладывать. Я бы хотел. Тогда мы уже снимаем это на мой канал. Окей, я молчу. Потому что сейчас твоя комната. Все. Так, ну вот логово Павла Флэша. Шикарный вью отсюда на Лос-Анджелес, слева валы, там даунтаун в той стороне. Ну, а напротив можно увидеть нас в отражении. Да, это параллельная вселенная. У Паши есть такая песня. А вот у него есть этот... False Mirror. Я считаю деньги на столе, где-то тлеет мой... Ну вот они, платины. Вот это, по это стоит рассказать. Легенда, богема. Крашбаш, это совместка. Самый любимый альбом, это богема. То, ради чего я жил и стал легендой. Как ты, Маш, считаешь, Паша легенда? Легендарный рэпер? Да. Я знаю Пашину историю, то, что он много привнес в рэп вот как раз в 2017 году. Вот, какое-то новое звучание, и то, что он ездил там в Париж, уже в Европу, и снимал первый из рэперов, который снимал клипы за границей, про него писали иностранные издания тоже, ну, как бы, потому что... Правильно я же говорю? Да. Нет!
Хорошо подметил. Нет, ну, короче, человек привнес новое звучание. Это как когда-то мы привнесли в YouTube крутое качество, и мы тем самым и связались с Пашей, потому что вот когда я снимала видео на YouTube, ну, блин, все снимали просто на влоговые камеры, а мы старались сделать тоже качественный контент. Короче, здесь особое внимание. Тут зеркало. И висит только одна фотография. Так, что-то и тебя видно? Это тебя тоже видно. Это зеркало с одной фотографией. Правильно говорить, это зеркало разбито навсегда. Здесь прекрасная Малисен со своим прекрасным Range Rover. Не знаю, как так получилось, но в LA я себе купил именно Range Rover. Вела. Если честно, это самая моя любимая машина из всех, которая когда-либо у меня была. Короче, он намекает на то, что это как доска желаний. Сработала как доска желаний, да. По факту у меня есть Малисен и Range Rover. Ну, там всякие украшения висят. Вот. И вообще, это, кстати, зеркало было Машина. Она мне его подарила. Картина. Малисен подарила мне эту картину. И здесь любовь ее ко мне. Вот. А картина была посвящена переезду в новое жилище, собственно, в эту квартиру. Потому что я воображаю не новую квартиру, как я вешу уже эту картину, и тем самым желание приходит быстрее. Да. Пожалуйста, сделайте, пожалуйста, счетчик поцелуев, сколько раз за видео Паша поцеловал Машу. А что, это же не первый раз? Уже типа четвертый, примерно. Честно? А ты такой хороший. А ты меня ни разу даже отвернула, и ты меня не беспокоишь. Итак, возвращаясь к студии. На моей студии здесь пишутся демо и чистовые работы, и хиты. Здесь распечатаны для доски желаний картинки для визуализации. Positive Words написаны разные. То есть я бы хотел читать книги, хотел бы там больше работать. Это такой space, связанный с... Я просто бренд одежды разрабатываю над фэшн типа. Здесь то, что касается финансов. Ну и просто какой-то, не знаю, workspace. А это то, как я вижу свой новый альбом, типа, не знаю, как это визуализируется. Вот. А это моя. Ну, мы сделали с Пашей. Паша свою, я свою. Это вот первая страница. Мы ее сделали 1 января, да, перед Бали, когда ехала. Бизнес-класс исполнился. Гардеробная. Ну, как бы, и тут я закладывала то, что у меня очень много крутой новой одежды. Ну, почти. Не скажу, что прям исполнилось, но это уже может скоро исполниться. А кофемашинку так я и не купила. Cartier, который это мне Паша вот подарил, видите? И прям вот, смотрите, прям исполнилось сразу через месяц. Вот, потом, получается, я хочу розовый Lamborghini Urus. Вот, моя мечта даже больше салон розовый сделать. И мы переезжаем. Мы... Можно говорить, да? Ну да, ну типа, вот мы сейчас снимаем рум-тур, потому что решили показать там, где мы живем. Да, если вы хотите увидеть рум-тур с нашего нового дома, знаете, что я вас попрошу? Ставить пальцы вверх, вот, если ставите, потому что у Марисен такого нету. И, кстати, на YouTube уже реально такого нету. Прикинь? Они украли у тебя фильм. Вообще жесть. Да, и чем будет больше лайков, давайте, ну, 10 тысяч лайков, мы снимем рум-тур home. А если будет еще больше, то тогда, я не знаю, тогда еще что-нибудь сделаю. Ну, это очень горячее, да. Горячее видео. Я бы не лишал вас удовольствия. Там один Паша на классе. Посмотреть этот дом. Честно, это шедевр вообще. Поэтому доска желаний реально работает. Почти да. Вот из всего три желания уже исполнилось. Расскажу быстро про студию. Да, извините. Я работаю здесь, пишу новый альбом Audiopunk 4. Ты что-нибудь дашь нам послушать? Давай. Просто 10 секунд. Самое твое любимое. Из последнего, что ты здесь записывал. Классно. Окей, подожди, у меня есть вопрос. Маш, а как ты вообще относишься к тому, что делает Паша?
Сколько из 10 бы этому треку дала? Ну, из 10 — 10. Мне очень нравится Jersey Club, и эта песня очень. Сразу она мне зашла. Паша, правда? Ну, да, ей нравится. А еще Паша посвятил мне песню, которая скоро тоже выйдет. Да, она выходит тоже сингл. А еще у нас есть совместная песня тоже, Павел Флешевич. Включи ее. Нет, там, в доме. Да, в доме. Просто показать, сейчас уже готова быть сведенная. А, допустим, так песня еще не сведена. Я даже не знаю, что это. Так, гардеробная. Я не такой жесткий шмоточник в данный момент. Раньше был очень. У меня прям осталось, не знаю, там, какой-то склад Филиппа Киркорова одежды в Москве, поэтому сюда доехала вот какая-то только часть. Но есть Margiela, такие вот педальки. Они стоят где-то 120, там, ну, доллар, будем говорить. Ну, тысячи, наверное, две они стоят. $1000 он стоит. Самое, наверное, дорогое, это пиджак тоже. Мейсон Марджелло. Он где-то 1400 стоит долларов, на самом деле. Да, 1400 он стоит. Мне его подарили, кстати. Самое любимое, наверное, сейчас Moncler мне нравится. Moncler вообще мне очень нравится. Вот самая моя любимая кофта. Она очень теплая вот с этими штуками. Это из последнего. Это, наверное, самое меня всегда любимое, это последние какие-то вещи. Маша мне это подарила на день рождения, однажды Chrome Hearts тоже. Мне было очень приятно, вот, кстати. Вот так вот висит уже. Только за один Chrome Hearts видно, честно. Вот, здесь на этой доске были написаны планы, трек-лист. Сейчас это все подтерлось и повесили вот как раз первые там фото доски желаний. Вот, честно, что из этого уже сбылось? Маша сказала, что у тебя 3D сбылось? Да. У меня, получается, такая картинка у меня сбылась почти сразу же, типа, и там это было больше, короче, типа, можно было свою картинку Pinterest делать. Я, может, даже могу показать, мне, типа, вот так, целый стол, мне, типа, ну, да, пачки. Это мы скинем, да, как раз. А за чего? Как-то? Рэп. Вот, я вообще мечтаю ходить с Машей, с семьей в поход, вот, допустим. Она не любит походы. Она говорит, я в палатку вообще бы не пошла бы, типа, ночевать. А мне очень нравится там пойти в поход куда-то. Я бы очень хотел, типа, там, в лес, там, типа, дрова, там, костер, машмеллоу. Погнали, да. Если реально. Я без базара, я сейчас. Я просто. Давайте да, завтра. Я очень типа? Много мест знаю. Я очень много мест знаю, куда можно поехать. Твой дроп-топ, тупо-дор, это не ко мне. Как бы ты охарактеризовала мою комнату? Холостяцкая. Там рабочая обстановка. Ну вот, холостяцкая. Вот, Наумечкин, познакомьтесь, мой маленький ребеночек. Это мой ребеночек, моя девочка. Это ее кроватка, это ее все игрушки. Это вот ее такая... Покажи ей переход в метро. Подземный переход, Светкины редки у меня. Как смешно, не могу! Вот, кстати, подарок Паши на полгода. Да. Угадайте, где чей глаз, Андрей? Я думаю, что слева это твой. Пятнышко мой. Короче, да, прикол. А вот, кстати, мы открыли с Гэри Иксокорп в Америке. Поэтому... Да, поэтому теперь у нас есть... Прям такая книжка, официально американская. Это мы немножко переселяемся в дом XO Team. Nothing's impossible. Вот, прям такая же была в доме. И когда я приехала сюда, мне так не хватало все. Я думаю, мне нужно тоже в Америке сделать такое, чтобы мы снимали видео, и у нас было такое чувство дома. Моя фраза «нет, ничего невозможного», поэтому знаете, что... Когда ты придумал вообще? Это же не, это прям с самого начала пошло или нет? Это с 2017 года, и на самом деле это не я придумала. Это я вдохновила, как, ну, мне Тревен сказал, Тревен пришел и говорит, Маша, ты всегда говоришь, что там нет ничего невозможного, ты всегда говоришь, что все получится, всегда говоришь это своим подписчикам, почему бы не написать тебе песню «Нет ничего невозможного»? И он прям пришел с песней, и я такая, да, классно. И мы написали, и все, и после этого это стало моей именно коронной фразой. Нет ничего невозможного, нет ничего невозможного. И, кстати, если бы не Тревен тоже... Это он придумал прям XO название. Я всегда говорила, пока на себя через камеру XO,
А я говорю, как это назвать реалити? И он сказал, X-Life. Поэтому вот такой Тревен необычный человечек, который тоже повлиял на названия такие, на слоганы придумал моей бренд. Жизни. Да, придумал бренд. Отправьте ему роялти. Отправлю. Вот, что у нас тут? Ну, у нас тут такая зона, диван, который мы ждали три месяца, да? Три месяца, да. Маша вот тут. Мы без дивана жили вообще. Мы прям вот приходили сюда, у нас не было дивана, у нас были эти... Ну, это вообще, ну, это было очень неудобно. Я просто не знала, что мы будем ждать так долго диван, но я хотела именно этот, потому что он, типа... Блогеры сломались. Маша, играешь на пианино? Я играю на пианино, да. Очень классно, кстати, не будем вам сыграть. Смотрите, сейчас. Минуточку. Ладно, не будем дальше. Я считаю, что это один из самых лучших видов, который был когда-либо у меня. Потому что он идет на даунтаун, на всю Америку. Это очень мотивирует и очень сильно вдохновляет. Но переехать все равно я хочу. Так, let's go. Мы готовы, Маш? Маш. Что нам? Час. Блин, а мы не видим, что там. Маша просто загрузила, только что читая сообщение, и вот. Кто тебя больше всего в работе X Team напрягает? Вообще, именно компания. Расскажи. Как ты это все так поставил? Нет, я на самом деле, я не расстроилась, там просто обсуждают эту тему отношений. Смешно, наоборот, это там столько много информации, 8 сообщений, я такая растерялась. А на самом деле, что только, наверное, какие-то взаимоотношения. Ну, когда ты не работаешь, а взаимоотношения выясняешь, как, что, как. Хочется больше, конечно, делать, чтобы все себя хорошо чувствовали и хорошо зарабатывали, как-то так. А насколько часто выяснение отношений происходит? Ну, сейчас меньше, честно могу сказать. Ну, раньше было настолько много, что, ну, типа, уже, ну, правда, жить не хотелось. С чем ты связываешь то, что сейчас меньше? Почему? Да просто потому, что до этого всегда все равно мы с Герой были... Постоянно как будто от нас все зависело, последнее слово. А сейчас у нас есть SEO, который тоже решает какие-то моменты, и от этого легче стало. Потому что, ну, до этого ты как будто постоянно был всегда в напряжении, вот так вот. А сейчас можно расслабиться, вот это приятно. Итак, раз вы стоите на кухне, да. Я имею возможность спросить данный вопрос. Да. Кто из вас готовит? Больше? Чаще, да. Чаще я готовлю. А лучше? Лучше? Ну, не знаю. Пусть можно. Сложно все. Не, ну... Я, конечно, лучше, но Паша... Конечно. Конечно. Но Паша очень вкусно стейки делает, правда. Кстати, Андрей не пробовал? Мы сегодня остались без ужина просто сегодня. Не, ну что ты хочешь сказать, что прям очень вкусно ты готовишь? Конечно. А что ты готовил самое последнее? Очень-очень вкусное. Пасту вкусное делал, была не давненько, но очень вкусная. Ну вот когда это было? А вот я делал ножки запеченные с этим. Вкусно было. А лемон пасту я делал, новый рецепт принес. Ну да, но я немножко вкуснее. Да ты это делаешь? Ну, высокосный год все это. Ну, это да, это факт. Так я уж не помню вкус, поэтому не могу сказать. Ну что, добро пожаловать в мою комнату. Вы долго ждали, чтобы зайти сюда. Королевство, царство. На самом деле, она очень маленькая, но очень уютная, как мне кажется. Очень светлая, беленькая. Вот, ну, здесь, как всегда, у меня... косметика, как у любой девочки. Но я поняла, что Fenty Beauty сейчас реально топ. Вот мои камушки.
У Паши там вы видели. Камбилы звон, недоступен телефон. Понимаете почему? Я помню, мы с Пашей что-то поссорились и так далее, и я пошла в какой-то клуб, и там было как ярмарка, и там камни продавались, и я купила сердечко. И мы, короче, каждая ссоры с Пашей, почти каждая там сильная, я вот покупаю такие сердечки. Кстати, я недавно это поняла. Сердец можно понять, сколько раз они ссорились. Итак, раз, два, две ссоры. Да, две. Ты реально покупаешь типа сердечки, где ты их покупаешь? Вот этот я купила, когда мы с тобой поссорились. Мы поехали... Биг Бэр? Вроде да, в Биг Бэре. Вот, а это мы вот, помню... Ну, короче, всего да. Всего 3 ссоры, две. Не, а правда? Да. Давайте так, сколько вы вместе? Мы год и 2 месяца. Было как раз 2 месяц. Да. Ну, 3 уже было. Да. На скидку так, сколько раз ссорились? Ну, прям крупно, наверное, 2 раза. Крупно в том, что типа... как будто 4, раз, наверное. А из-за чего основной конфликт происходит? Вообще не из-за чего. А Маша, она есть? Ну, вот знаешь, вот этот вопрос, я думаю, мы ответили в реалити, который выйдет скоро. Поэтому нужно что просто ждать реалити. Ну, реалити будет какой-то? Ну, наверное, да. О-о-о. Поэтому там мы много чего про такое рассказываем. Почему он X показывает? Почему он показывает X? Спасите. Ну, иди. Вот так. Спасайся. Надо срочно за камнем, Паш. Уже начинается. Вот я встаю и вижу правильные мысли, равно твой мир, счастье, любовь, момент, успех. Ты все можешь, понимаешь? Вот надо, вот, чтобы каждый человек себе это напоминал. И еще список дел заполнился. Да. Ну, это не ко мне. Так много дел. Я туда писала, когда я вокалом занималась и английским. И я всегда, вот мне почти каждый день все было записано. И я вот сюда все это записывала. А вот сейчас я занимаюсь другими делами, поэтому ничего не записываю. Поэтому вот такие вот дела. Подожди, я вижу, что кровать очень маленькая. Вы вдвоем здесь спите? Нет. У Паши. Но я иногда стою здесь и здесь. Мне иногда нужно... самой поспать для того, чтобы энергетически восстановиться, так как я проектор. Ну, кто в теме, тот в теме. Кто я в human design. В этот момент скайп не сплю. Ну, если бы у тебя была бы девушка-генератор, ты мог бы с ней спать каждый день. Генератор, в смысле? Ну, манифестирующий генератор. Ну, какой он манифестирующий генератор? А я проектор, мне нужно восстанавливаться. Вот вы сейчас в радиусе моем. Я на самом деле отдаю, ну, энергию кому-то из вас постоянно. Ну, типа, это вот так работает. А когда я одна, то я никому не подключаюсь и генерирую свои мысли и свой поток. Если я с Пашей сплю, то я, может быть такой момент, что я какой-то, если я буду часто с ним спать, что я могу его мыслями мыслить и так далее, предать себя. Понимаете, о чем я? Ну, у меня так... Вот такой, короче, вот я, да, человек. Ты мышь, в основном у меня в комнате. Ну, в основном, да, у Паши. Ну, вот, а там еще есть третья комната такая кладовая, скажем. А была как раз изначально как спальня. И там стояла эта кровать, да, на основании. Потом к нам переехал Бинет и пожила у нас. Да. И мы уже так и спим. Сейчас уже переезжаем уже пофить. Да. Смотри, а ты видел? О, кайф. До сих пор. 2 года прошло с этой легендарной вечеринки. Happy birthday, dear Маша. Ну, короче, моя любимая вещь, наверное, мой портфельчик. Ну да, я люблю портфельчики свои. А самая дорогая? Самая дорогая, значит, получается, браслет Cartier у меня. Ну, а так, если из вещей, у меня вещи и от $10 могут быть, и до $200-$300. Я вообще всегда, ну, отдаю вещи. У меня нет такого, что я складирую много вещей. Моя гардеробная состоит из того, что я ношу то, что мне нравится. Вот, у меня просто все такое милое, хорошенькое. Но когда я хочу куда-то собраться и куда-то пойти, то... мне нечего одеть. И, кстати, я не такой человек, я не такой шмотник, что, типа, блин, мне нужно все брендовое и так далее. Шмотник, как Паша. Да, мне прям вот реально понравился, я купила. Мне понравится там что-то там, не знаю, за $20 я куплю. Ну, типа, у меня нет такого, я не гоняюсь. Вот нет, на да. Вот мои первые все видео, которые я снимала, все мои сценарии. Вот я к тому, что...
все блокноты, которые я пишу и так далее, они все со мной ездят от начала до конца. Для меня это очень важно. Маш, пожалуйста, думай о себе. Прошу тебя. Это откуда? Это все? Это единственная надпись здесь? Да. Это знаешь, когда мне осенение приходит, я думаю, ну там, делала кучу всего всем людям, а потом, да, потом такая думаю, боже мой. Ты жалеешь там, что много чего кому сделал? Да нет, я не жалею. Такая, значит, моя была. Мой такой выбор был. Значит, такие уроки я прошла. Андрей Рей. Спой. Да, слушай. Что это за микрофон? Это мы с ним в туре ездили. Б. А так, на самом деле, у меня очень много блокнотов. Эти все блокноты, есть некоторые блокноты, которые у меня 3-4 года. Этот блокнот, кстати, я получила в 2013 году, когда Селена Гомес не приехала на концерт в Россию, потому что ей не дали визу. И они подарили вот с ее автографом такие вот блокноты. И здесь, в этом блокноте, знаете что? Сценарий на мое самое первое видео. Всем привет, с вами Марисен. Начну с того, что я решила снимать видео. В первом видео хочу рассказать вам о себе. Я не знаю, ну кто помнит это? Пока, на связи через камеру XO. Это обозначает «я обнимаю и целую». Что я хотела вам сказать, мы очень рады, то, что вы посмотрели это видео до конца, потому что мы для вас очень старались, и наконец-то мы можем поделиться с вами и говорить вам о том, как мы живем. Вот, я надеюсь, что наконец-то я этот рубеж в плане того, что я хочу снимать видео на YouTube. Вот, перерыв этого молчания. Короче, все, я снимаю видео на YouTube, я даю слово, потому что я это хочу делать. Вот, пришло время. И на самом деле подписывайтесь на наши инстаграмы, обязательно слушайте альбомы. Альбом и сингл 14 апреля с Аудиопанка 4. Ставьте палец вверх и вниз и ставьте, потому что у меня такого нету. С вами была Марисен, Павел Флешевич и... Наоми Сен. Да, пока на связи через камеру. Икса. Что там будет там Андрей у нас спрашивать? Вот интересно. Ну, Гера ее раньше сильно раздражал. Но ты ему бывшее сделал. Вот это мне, наверное, не нравится. Боль? Интересно. Как будто она разъебила. Папа зовут Флэш.